Добрый день, дамы и господа. На прошлой неделе я выставил ролик под названием «Лохократия», а сегодня я буду отвечать на комментарии под ним. Это новая рубрика под названием «Подклик». Посмотрим, как зайдет. Итак. О чем ролик? Что власть народа – это зло? Для кого зло? Для назначивших себя правящими элитами? Диз! В первую очередь, спасибо за комментарии. Это как раз то, ради чего эти ролики делаются. Так что пишите побольше, пожалуйста. У нас тут все очень демократично. Можно даже матом, если хотите. Свобода слова. Ролик о человеческой глупости. Власть народа – это диктатура народа. В любом случае, это диктатура. Со своими шутами, ублажающими диктатора. Идея ролика в том, что не будьте такими наивными. Не верьте в демократию, как в религию. Это всего лишь инструмент, которым можно сделать как что-то хорошее, так и что-то плохое. Если народ немножко разгневается и всех, например, повесит без суда, на то он и народ, прямое управление. И подстилки вроде суда не всегда потребуются. Вешать будут шуты на потеху народу без суда. Проще говоря, вешать будет Соловьев. Как вам такой расклад? Лучше пускай электорат быдло 15 раз выбирает, чем какой-нибудь тиран заседает. Правление тирана ничем хорошим не кончается. А точнее, кончается нищетой населения. Так что, лучше быть нищим или иметь клоуна во власти? Я лично выбираю клоуна. Одно другому не мешает. Клоун вполне себе может быть тираном. Только вот зачем 15 раз выбирать посмешище, чтобы весь мир мог посмеяться? Я бы выбрал кого-то, кто вызывает мое уважение. Но это, видимо, мои тараканы в голове. Уж лучше обычная проститутка, чем проститутка политическая. То же самое. Никакой разницы. Референдумы тренируют народ на ответственность за выбор. Вспомнился референдум о независимости Шотландии 2014 года. Шотландцы решили остаться в составе Великобритании, чтобы не разрывать экономическую связь с Евросоюзом. А через пару годиков британцы уже сами проголосовали за разрыв с Евросоюзом. Я ржал как конь. Интересно, чему научил шотландцев референдум? Всякого рода референдумы проводятся в Швейцарии регулярно. Ничего, как-то живут. Я бы не брал Швейцарию как пример. Это некий пуп земли, который находится между Германией, Францией и Италией, длиной в 300 км и населением 8 миллионов человек. В одной Москве для сравнения 12 миллионов. Швейцария это скорее закрытый клуб, чем страна в нашем понимании. Мы же не берем, как пример, Ватикан. Там вон что-то типа монархии, или хрен его знает, как называть. И живут вроде хорошо. Как примерно говорил Черчилль, референдумы и прочие выборы плохо, но все остальное еще хуже. Там нет такого, что все остальные формы хуже, чем демократия. Это скорее попытка сказать, отвалите от меня, я сам не знаю, что лучше, но так как я лорд, то должен сказать что-то умное. Кстати, во времена Черчилля не было соцсетей. Думаю, он бы офигел. У меня нет ответа на этот вопрос. Пока нет. Вам все равно приятно? Да, мне очень приятно. Спасибо. Не знаю, куда переезжать. Может, правильный вопрос не куда, а кого? Власть тирана плохо, власть народа плохо. Что хорошо? Наверное, власть здравого смысла. Я перестал верить в сказочку про демократию или про раньше хоть порядок был, после того, как прочитал «Политика» Аристотеля. Более 2000 лет назад все происходило точь-в-точь, как сейчас. Ничего нового, демократия, олигархия, аристократия, введение мужеложества для контроля размножения населения, демагоги. Почитайте, очень интересно. Автору ролика Зеленский в бочь написал? Или Лавры Вовы Соловьева и Димы Киселева жить не дают? Дизлайк по рахоботу. Соловьев демагог, Киселев демагог, Зеленский демагог. Демагог может так душевно сказать, но только для того, чтобы тебя развести. За дизлайк спасибо. Переходите на мой канал, подписывайтесь. Можете меня дизлайкать регулярно. Дизлайкай меня полностью. Я надеюсь, вам зайдет такой формат ролика. Буду их выкладывать вслед за основными роликами. Так что комментируйте побольше и поинтереснее. Всем пока!